Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Драконы. Всадники Олуха». Давай посмотрим, что у нас тут вылупится. Лаварык необычный. Нет, я тебя буду отпускать. 180 тысяч рыбы. Да, от этого будет больше толку. Так, что у меня принес беззубик? 400 тысяч рыбы, 600 тысяч древесины. И здесь древесина. Да, плохо, ребята. Я отправлял вообще-то не за этим, но что ж поделаешь, что принес, то принес. Так, монетки Одина. А что здесь нам выпадет? Кревет, шипорез, громовой защитник и ресурсы, да? Так, ножны, рыба и опять ножны. Это неплохо, ребята. Так, снеговика найти. Давай. Так, 7 дней осталось, а у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Должны, ребята, мы должны с вами успеть. Сутки, как раз вот у нас идет по суткам, да? Ну, будет обидно, если я не открою вот это вот яйцо. Согласись. Так, а что это у меня здесь? Да не хочу я расширять, зачем? Так, зеленый смех, давай нам. Оу, на этот раз, смотри, что он нам принес. Пускай идет дальше, ищет нам награды. А мы с тобой... Интересно, события у нас есть какие-нибудь новенькие? Есть. Угроза. Защита торговцев. Давай-ка посмотрим. Я хочу глянуть. А, так подожди. Это у нас с тобой еще не законченный получается? Ё-моё. А смогу ли я его пройти? Не знаю. Давай попробуем. Вперед, как говорится, из песней. У нас с тобой здесь барс-вепрь. Угу, ветрокрыл. И кто там еще, я уже забыл, третий это у нас. Ого. Прикинь, какой у нас тут скалотрясик. Блин, смотрится он, конечно, офигенно. Тут не поспоришь. Ну, атакуй давай. А, надо же нажать, точно. Так, что он сейчас сделает? Ать, ать. Ну, понятное дело, красный, поэтому ему все можно, да? Бить моих зелененьких, понимаешь? Так, я, наверное... Да ладно, ударим. Хотел хильнуть, но потом передумал. Ну что же ты, сейчас он что-то сделает больное, да? Ать. Ты посмотри, как больно бьет, а. А мы с тобой можем сделать вот так вот. Давай-ка, на тебе. За трещину. Так, следующий. Ёпрсоте, кто у нас тут? Блин. Ой-ой-ой, лучше вот этого, наверное, нам с тобой наказывать. Как ты думаешь? Да? Тыдыч. А если я тебе... Ох, ё-моё. Ветрокрыл, это просто идеально. Лишь бы не промахнулся. А он не промахнулся, он попал. Минус тройной удар. Минус этот. Ай, красота. Давай лучше мы, наверное, с тобой хильнемся. Добьешь? Молодец, малютка. Слушай, ребята, очень даже неплохо у нас получилось. Так, ну что, будем сейчас крутить барабан. Посмотрим, что нам здесь достанется. Ну, я больше уверен, что 200 тысяч рыбы. Предсказуемо все. Ну, а здесь закрываем. Так, тут у нас Якнок. Тут будет, видимо, эпическая битва. Кстати, вот я думаю, зря я, наверное, все руны, ребята, распетрушил. Как говорится, зазря все это сделал. Теперь мне эти руны будут нужны когда-нибудь. А их нету. Ну, тут понятное дело, да? Будем начинать с кревета. Потому что это кто у нас? Душитель, по-моему, да? Или нет? По-моему, да, это душитель. Ну, выглядит, по крайней мере, да? Именно он. Может быть, какая-то другая модификация? Эть! Да, это он. Я его узнал. Так, нам нужно кревета с тобой уничтожить как можно быстрее. А уже с душителем я разберусь. Так, минус. Так, что он сейчас будет делать? Ну, я понял, ребята. Снижает, как говорится, броню, да? А потом начинает атаковать. Я сделаю вот такую штуку сюда. Чтобы он бомбил, соответственно, сам себя уничтожал. На тебе. И добиваем. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотя, подожди, чего я боюсь-то? Здесь, ну, синька, да, синька может нам немножко повредить. А зелень, ну, на равных мы будем с ней. Я, наверное, хильну все-таки. Хотя нет.
Буду бомбить. Буду бомбить и еще ко всему прочему сделаю, знаешь что, вот так вот. Пускай будут атаковать, а они будут. Видишь, вот именно. Ты тоже, пожалуйста, бомби. Отлично. Уничтожаем. Давай-ка сюда. Ударчик мы с тобой сделаем плюс. Вот так. Сейчас, ребята, что-то, наверное, будет. Отражение. Хорошо. Попали. Можно заморозить, но зачем? На тебе. Секунду. Вот так вот лучше. Смотри, сейчас будет, наверное, разбег делать. Да-да-да-да-да-да-да. И сам себя убьешь. Ох, ты вон кого начал. Я думал, что он будет на Барса и Вепри тянуть. Но нет, он на Сардельку, понимаешь, что побежал. И это была его огромная ошибка. С удовольствием хочу посмотреть, что же мне здесь выпадет. Бревна, да? Ох, слушай, ну вот это хорошо, ребята. Ульту мне дали дополнительную. Так, и якнок мы с тобой зарабатываем. Забираем. 150. Прогресс у нас 41%. То есть, как бы половину мы прошли, да, пути. Вперед. Но здесь уже будут типа босики у нас получается, да? Обычно, когда таким значком обозначается, то будет противник жесткий. Ну, конечно же, с тройного удара начнем. Ну, давай, бомби. Так, это мы переживем. Добивать его надо. Громорог. А, громобой, ребята. Конечно же, громобой сейчас будет выступать. Но это терпимо. Это уж как-нибудь мы переживем. Плюс у нас есть отхил. Барсик нормально сработал. Слушай, ну зеленого, да, тяжело, конечно, бомбить, если честно. Мы с тобой вот так, наверное, сделаем. На. Барсик. Мне его, действительно, я буду называть его теперь Барсиком. Потому что это Барс и Вепрь. Добьешь? Красавчик. Так, вот. Вот это противник номер один. Краснуха. Будем начинать с нее. Поехали. Да иди ты, Барсик. Ну что ты постоянно так косорылишь? Вот, идеально. Заморозка с офигенным уроном. Это вообще имба. Но, добьешь? Молодец. А этот там бедолага скукожился, смотри как. Хвост или что это у него там такое? Закрученное, непонятно. Так, он очнулся, и мы его... Нет, нет, ну как ты, вот как ты, Барсик, мог промахнуться, вот объясни мне. Ну ладно, один удар промахнулся, но чтобы все два, ну я не знаю. Ладно, слава богу, здесь они не очень сильные были, и мы выиграли. Ну и что же нам выпадет на этот раз? 300 тысяч рыбы, да? Грушу дай! Нет, все-таки 300 тысяч рыбы. Так, энергия еще есть, поэтому продолжаем. Руны мы эти с тобой получим. А вот якног, к сожалению, 200 штук не получим. Мы до них просто не дойдем. Не хватит энергии у нас. Ну что, фиол, это водорез, друзья мои. Это водорез. Вот с него-то и начнем. Ага. Он же может понижать защиту, не забывай об этом. Мне напоминает этот дракон, знаешь кого? Глубоководную рыбу. Как он называется? Рыба-телескоп или что-то такое, ребят. У нее тоже вот такая вот штука есть. Она в темноте светит, привлекает рыбу своим вот этим вот светильничком, или как это назвать, я даже не знаю. Слушай, что-то не то происходит в игре, почему-то я не вижу, как мои драконы атакуют, а... Баганулась игра, что ли? Да, что-то не то было. Так, ну здесь вот. Ужасное чудовище нужно бомбить. Потому что он красный, плюс еще и 10 уровень. А ну-ка. А стоит ли? Стоит.
Стоит, друзья мои. Ну-ка, давай. Раз, два. Так, барс и вепрь. Надо же, хотя бы нормально атаковал. Можно хильнуться, но я, наверное, буду все-таки атаковать. Раз. Мы его уничтожили. Поехали. Ну что, костяшка, очнулся? Сейчас мы тебя будем истреблять. Слушай, здесь, наверное, вот так лучше сделать. Наверное, сейчас, ребята, кого-то будет таранить. Угу, это была сарделька. Сардельку он бомбанул. Понятно. Слушай, он может сейчас уничтожить ее, кстати. Нет, не вышло у него ни шиша. А мы уничтожаем. И, соответственно, проходим дальше. Давай-ка. А руну мы получим с тобой или нет? Я что-то не понял. Но 200 тысяч рыбы, понятно. Это все предсказуемо уже. Ну, да, мы получим с тобой 75 рун. И у нас с тобой последняя энергия. То есть мы вот здесь вот подеремся и перейдем сюда. Да, 200 их много я, конечно, бы хотел получить. Но это уже либо в следующей серии, если мы успеем с тобой еще, как говорится, дотянуть. Потому что я не знаю, через сколько это испытание заканчивается. И, ко всему прочему, сможем ли мы с тобой справиться с врагами. Ну и что ты там собрался делать? Ага, понял. Продолжаем бомбить. Ну что, барсик, будешь бомбить его, уничтожать? Кританул, отлично. Когда крит, ребята, проходит, он может добить, так сказать, врага. А этого тяжело начинаем разбирать. В следующий раз, наверное, нам нужно подлечить. Потому что смотри, что он делает. А, мы вот что с тобой сделаем. Он же должен атаковать его, по идее. Проверим сейчас. Красавчик. А мы будем также его бомбашить. Плюс хильнемся, подожди. Слушай, ну хиляем нехило, 230. Я считаю, что это норма. Так, и последняя волна, кто у нас тут? Кревет. А почему не стал сардельку бомбить? Кривет, бомби сардельку. Нифига подобного, ребят. Не хочет. Понимаешь? На тебе хвостом. Так, сейчас опять же они ходят, да? Ну. Ох ты, как жарил-то, а? Сильно было. Мы можем так сделать, а можем подлечить наших бойцов. Что там сейчас будет? Ну, в принципе, ребят, ничего страшного в нем нету. Абсолютно, я бы сказал, ничего страшного. Ну-ка. Сарделька, ты добить сможешь его? Сделай добро. Спасибо. Ну, и как ты видишь, мы победили с тобой. Ну что же, давай посмотрим, что нам выпадет с колеса. 300 тысяч древесины, да? Да, ресурсики мы с тобой опять восстановили. Все, которые затратили. И переходим вот сюда. Ребят, энергии больше нету, поэтому здесь мы дальше ничего не сделаем. А какие там еще события у нас намечаются в ближайшее время? Выживание, да? Погоди-ка. Выживание можно уже открыть? Что это такое? Драконий корень опять пошел в рост. Нужно его искоренить, чтобы ни один дракон больше не пострадал. Драконий корень. Ух ты, посмотри какой. Ребят, посмотри какое в конце тут яйцо. Слушай, давай попробуем. Но мне кажется, здесь будет жесткий поединочек. Выживание называется, да? Блин, ну там редкое какое-то яйцо. Я такого ни разу не видел. Ой-ой-ой-ой-ой, это кто такой? Нифига, он там 6 волн. Я понял, ребята. Здесь мне ничего хорошего не сулит. Йоу, началось. Ну, вначале, понятное дело, да? Враг будет слабенький, как всегда. Замануха, ё-моё.
Подожди, у меня водорез тут. У меня тут водорез, ё-моё. Зачем он здесь нужен? Это фейл. 6 волн пройти. Да. Поверь мне, это будет не очень легко. Так, опять, да, вы? Ну, давай, давай. Блин, классно он смотрится, да? Переливается весь молниями. Вообще шикарно. Давай-ка вот так сделаем. Хоп. Красиво. Так, а у нас 2 фиола и зеленка. Вот оно что. 2 фиола и зеленка. Так, переходим на 3-ю волну. Опять вы. У них только уровень, ребята, повышается. Вот что я тебе скажу. И это синюха. Синюха наносит урон довольно сильный только лишь по красным. У нас с тобой пока красных в команде нету. Это хорошо. Это замечательно прямо. А массового хиллера нету, да? У нас с тобой, к сожалению. То есть мы не сможем сардельку подлечить. Как бы нам этого не хотелось. Ну что, переходим с тобой на какую там? На 4-ю волну. И тут уже, как ты видишь, 3 противника. И уровень уже 11-й. Отсюда начинается, ребята, разнос. И разнос этот будет не кислым. Поехали. Сардельку, скорее всего, да, мы с тобой, наверное, потеряем. А не хотелось бы. А не хотелось бы. Так, почему по... А, мы по синьке минимальный урон наносим. Нам надо было фиол валить. Вот так вот. Так, ну что, мы, в принципе, можем добить. Но я лучше сделаю, знаешь что? Вот так вот. Отлично, добьешь? Прекрасно. Так, опять начинаем, да, сардельку бомбить? Переключились. Сейчас будет что-то, ребята, болючее, поверь мне. Слушай, он не стал делать суперудар, а почему? Почему он не стал делать суперудар? Объясни-ка мне на милость. Я кое-что хочу применить, ребята. Сделаем так. Этого, думаю, мы с тобой успеем забомбить. Все, сейчас что-то будет. Он не стал делать, почему? Что происходит, ребята? А вот сейчас нет. Все будет тихо и мирно. Давай, наверное, здесь мы с тобой хильнемся. Так, вот сделаем. Этого ушатаем. Ну и этого тоже должны ушатать. Переходим на 5-ю волну. Твою ж налево. Ну ты посмотри, а. Какие тут, ребята, силачи, а. Этот, я боюсь электрического. Я думаю, что он как звезданет, мало не покажется. Потому что кревет, который, да, у нас тоже электрический, он... Ой-ой-ой-ой-ой. Ты сейчас серьезно? Хм. Ну, давай я, наверное, сделаю вот так. Не уверен, конечно, что это хорошая идея. Водореза. Ну, конечно же, начинаете сразу бомбить водореза. Кого же вы еще можете бомбить? Трусы. Трындец, ребята. Они хотят уничтожить мне водореза. Да, и они сделают это. И они это сделают. Сейчас будут вепря, барсиком его бомбить, да? Естественно. Ну, давай вот так вот сделаем. Посмотрим, ребята. И сразу переключается. Ну, все, ребят, тут понятно. Сразу начинает переключаться на самого слабого. И сейчас ему крышка. Сардельки-то моей. Хотя, мы знаешь, что можем с тобой сделать? Вот так и вот так. Ну и кого ты будешь атаковать? Угу. Предсказуемо, просто нет слов, ребят. В общем, тут их не обхитрить.
Так. Ну даже если мы этого победим, на следующей волне нам делать нечего. Нас распишут. Нас с тобой там уничтожат. Вот и все. Даже первой волны, короче, не смогу пройти, ребята. А все почему? Потому что уровень слабенький. Вот и все. Сарделька 9 уровня. Вот она, последняя волна. Смотри, 12, 12, 10. И не хватает груш, конечно же. Было бы побольше всего это дело, возможно, прошли бы. А так мне даже ничего здесь не сделать. Да, ребята, остается только лишь выжидать момента. Так, давай мы с тобой здесь улучшим. Лохань, до 14 уровня. Так, чтобы нам с тобой использовать сардельку, нам нужно, ребята, ее прокачать. Да подожди ты, прокачать можно тебе? Нет, ты что, специально что ли, а? Погоди. Он не хочет, ребят, прокачаться, прикинь. Так, секунду, как же нам это сделать-то? Так, заберем с тобой здесь ресурсы, наверное, для начала. Также я хочу быстренько сейчас глянуть, что мы можем с тобой здесь улучшить. Или, по крайней мере, прокачать. Драконов, да? Желательно бы нам с тобой прокачать по уровню. Так, обмен сделаем. Блестящий янтарь забираем. А я здесь, кстати, пак-то этот взял. Хм, забыл. Монетки Одина. Уже 600, кстати, монет. Ну и ресурсы здесь. Так, ладушки. По заданиям что у нас тут? Получаем. Якнок получаем. Так, дальше что? И здесь, да? Еженедельные. Вау. Так, откройте набор 12 карт. Забираем. А по наездникам все тихо. Так, слушай, у нас же пак с тобой здесь. Эпический крылатый ужас. Лаварык. Так, душитель. Водорез. Змеевик. Громыль. Безумик. Блин, буквально, ребят, не хватило чуть-чуть. Роза ветров. Криво-крив. Ну нифига мы там, ребят, получали. Это круто, кстати. Слушай, а паки нам 38 минут. То есть мы с тобой не сможем, да, открыть. А здесь у нас что? Излишки, излишки древесины. Вот именно про излишки я тебе и говорил. Но хотел бы я, конечно, прокачать Громли. Как мне это сделать? Раньше мы с тобой могли их отправить учиться. Почему сейчас они сопротивляются? Объясни мне на милость. Так, Безубик, ты не хочешь пойти поучиться у нас? Давай. Пускай он учится. 40 уровень получит, это, ребята, будет новая карта открыта у нас. Так, здесь левел получает. Хм. А мы можем построить рыбацкую хижину. Я думаю, что стоит вложиться сюда. Да, друзья мои? Сутки будет делаться. Окей. Так, ну, насколько мы помним, наша основная задача, ребята, это прокачка 7 драконов до 42 уровня. До 42-го. Так, кормим. И отправляем. Пускай Громль тоже летит. Это будет только лишь 40-й у него, да? А нужен нам 42-й. То есть очень много драконов нужно будет нам с тобой прокачивать. Водорез тоже не исключение. Расширить академию я не смогу. Так, тебя тоже бы можно отправить, но никак пока. Да, ребята, очень быстро мы потратили с тобой нашу рыбу. Ну что же. Так, Громгильда вернулась. Что нам здесь с тобой выпадет? Яйцо. Так, это у нас кто? Кипятильник, по-моему, если я не ошибаюсь. А, размягчитель. Отпускаем мы его с тобой. Пускай летит, потому что он у нас есть. И делаем. Давай еще уровень прокачаем. Вот так вот. И отправим его в путешествие. Так, тут видишь, остров изгоев, это нужен 46 уровень. Поэтому в наших же интересах, друзья мои, прокачивать этих дракончиков.
Так, здесь что у нас? Ну, здесь руны выпадают. Если ты хочешь 100%, чтобы тебе выпало, то вот, например, здесь сделаешь, да, 100 рун, и у тебя будет яйцо вот это гарантировано. Но оно бесплатно, это уже чисто рандомом. Так, ну вот, например, я хочу прокачать. Как мне сделать? Если мы, например, с тобой зайдем сюда, в схватки. Зайдем в мои драконы. Ищем, где у нас Громоль. Точнее, Сарделька, вот. Улучшить. Так, 24 уровень. Ну вот он. Да блин. А, все. Все, ребят, понял. Я пока он на задании, я ничего сделать не смогу. Нужно сделать цепочку, да? Только после того, как он сделает, ну-ка сейчас проверим. Вот лучше бы мне здесь выпало мясо. Я тебе серьезно говорю, лучше бы мясо. Оно мне нужно. Давай, 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 давай. Ну, есть. Шикарно, друзья мои. Почему я называю мясом, не знаю. Вот, видишь, вот теперь можно, ребята, отправить его на прокачку. Ну, так как у нас с тобой занято все, естественно, мы его отправляем дальше в приключение. А вот здесь, вот видишь, ему нужен 90 уровень. Торстония будет доступна. Угу. Почему-то всего лишь две локации ему доступны, всего лишь. Так, что у нас здесь? Выбираем. Отправить дракона в приключение. Забираем Якнок. Так, используем ускорение. Схватки мы сейчас с тобой сделаем. Но сначала заберем ресурсы. Так, и рыбу. Новые акции. Боржемина. Ну вот смотри. Потихоньку, ребята, ресурсики мы с тобой добиваем. Вот здесь вот почему-то как-то вообще не везет нам. Малые острова. Ага. Малые острова пока отдыхают, потому что у нас Беззубик уже в полете. Забираем это все. Так, ну что? Пойдем, наверное, на арену, пока нам с тобой здесь больше делать нечего. Здесь прокачкой занимается. Так, Беззубика я, ребят, не отправил в путешествие. Я его отправил на прокачку. Ну, тогда остается действительно у нас с тобой только лишь арена. Погоди. Арена. 33 минуты до отката, так что нет смысла. Хотя можно один бой сделать для того, чтобы выбить пак. Давай, я готов. Так, два фиолетовых плюс одна синька. А у нас с тобой, по-моему... А, есть зелень. Так, ладно. Ну, блин, с кого начать? Ну, давай начнем, наверное, с Ветрокрыла. Красный, противный, бесявый. Давай, наверное, все-таки его ушатаем. Блин, я вот начинаю мельтешить. Сейчас плохо это все скажется опять. Не два, не полтора. Он сейчас усыпит нас, да, как всегда. Он может это сделать. Он, по-моему, и стремится к этому. Лучше мы с тобой не будем сейчас пока рисковать. Так, ходит этот. Потом следом. Блин. И вот тут-то он нас усыпит всех. Смотри, сейчас этот сходит, потом этот. А этот будет снотворное делать, ребят. Нет, нам повезло. Как-то не странно, но нам повезло. Так, ну что, блокируем тогда вот этого. Чтобы он не применил сон. Добиваем красного. Этот пока промолчит. Ничего он сделать не сможет. А вот этот, скорее всего, бомбанет. Нет. Этого надо, ребята, держать постоянно в безмолвии. Вот для нашего же блага. Для нашего же блага. Ну что, ты созрел, нет? Так, кого ты будешь бомбить? Сардельку. А этот? Тоже сардельку, а? Ну ты посмотри, что творит. Мы все время будем этого блочить. Я не хочу, чтобы он распоясался. Добей, пожалуйста. Молодец, Барсик. Мы потеряем с тобой... Опа, я думал, сардельку сейчас уничтожат. Слушай, ну это же хорошо. Это же круто. Ну, бомби сардельку. Фас. Молодец, красавчик.
И добиваем. Вот так, друзья мои. Я считаю, что это классно было. Обычный пак. Плохо. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что, наверное, на этой ноте мы с тобой можем спокойненько заканчивать эту серию. Все, что мы могли с тобой здесь сделали, все у нас, подожди-ка, хотел сказать, все у нас за работой, все у нас в пределе. Но нет, есть много кто сидит просто на расслабоне. И это непорядок. Древоруб, давай, шевелись, ты тоже шевелись. Я ведь ухожу, как говорится, и надолго, так что давайте работайте и зарабатывайте нам ресурсы. Это же в наших интересах. Это наша общая деревня. Так, 10 минут. А он в час добывает, да? Взял я в свое время этого жутика, и толку никакого. Скользкопев. Опа, новая способность, ребята. Блин, академку надо было все-таки в тот раз мне, ребята, прокачивать. Надо было, но... Видишь, пожалел я эти, как их, руны. Так, ты тоже, видимо, хочешь немножко, да, прокачаться? Давай. Новая способность у тебя открылась. Все. Ну что, дорогие друзья, на этом закругляемся. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.